Бузук онлайн. Пошли, Сумонем. Дядя Игорь. Ну, привет. Шо ты, дядя Игорь? Да я опять вред пришел. Зачем? Ты видел, теперь тоже в команде спецназовцы. Видел. Меня тут вар пиздит, блядь. Где, дядь? На выходе? Скажи, что он не пиздил, я сейчас приду. Пил, блядь, меня. Ты упал, прохилил. Выходите резче все, напишите в чат там. Где? Вот этот, что ли? На! На! Бля, он больно пиздец, бьет. Пиздец, выходите быстрее с инста. Понимаю. Упало, бейте, он хилит. Допал в бабле. Бля, меня вар за туннелю просто с двух тычек. Сука, блядь, нахуй мрази, бучи ордынский, блядь. Сука, как мне калят, блядь. ВПшники хуевы, блядь. Пришел с ума на Зуки, нет? Я хуй знает что. Заебал, чё за хуйня? А, режим боя был. Все, сейчас умнем, да и в пизду. Так, где дядя? Не знаю, в чате писал, может заходит. Там обнова какая-то. Все, погнали. Там засмоним уже. Блять, заебись, что уголовно убили. Поздравляю. Осуждаю. Ты тоже не был или ты был? Был. Че, левая рука упала с ней, да? Нет. Рука упала с ноги. Ай, Нане, у тебя опять новый транс. Неплохо, неплохо. Согласен. Мне нужен тоже новый транс. Не идет что-то совсем. Мне не нравится, как смотрится красный на. Зорки, ебани столик, я наберу штурделей 80. Кинжал, знаешь, какой тебе кинжал? Какой тебе кинжал? Я думаю. Силикованный. Да ну, да, я еще что-нибудь попроще. Вчера выпал кинжал, что мы его это на транс ролили. Собрание, что ли? А, там типа как уголовно похоже, нет? Ну да, 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 вот этот вот кинжальчик. Я, короче, заебался сегодня уголовно бить 2 часа, блядь, 10. Что с тобой не пошел? Так там шаман первый раз, блядь. Ну, пришел такой, блядь, тот кары залетит, ты еще что, блядь. Потом по своего вистали. Да пиздец, задрачивались, блядь. Лонгрис и кашет. Наверное, сразу как коней побьем, похилишь. Престобав только Лонгрис. Лонгриса нет. Ясно. Если их начать, сидеть ответа. Ой, что за интересный мечик такой. Ласт? Это с ласта ЛБРС. Не, ну я, конечно, убивать его не пойду, но выглядит... Такой же падает. Зеленый только в этом, бастионов, типа, стрэша, похоже, падает. Нет, он не такой. Этот стильный. Ну, блядь, мне не нравится, что нельзя отрубить изображение. Ну, типа, эффектов от зачарования.
А что с неутомимым сгорел? Что-то он с Алгалона прям ливнул. А, вчера сгорел. Там из-за чего. А он все, он типа ливнул с гильдии? Нет. Нет. Ну, с ним, я с ним еще часик вчера поболтал. Ну, не, может, получасик. Упокоился он. Че он разнылся? Да он. Там это, короче, типа Скай не хилит, мы Скай в агоне. Я говорю, ну, в принципе, шаманы сейчас не хилят. Там что-то он просил, это ФПС киньте. Ему там то ли Скай, то ли идеали, кто-то из вас написал, типа, что-то. А, не, по-моему, Скай написал. Вы что там, типа, на ФПС дрочишь? Ну да. И все, и он ливнул. Ну, конечно, да. Да и я понимаю, что он у нас 3 хила хилит, по сути, Карнес, да, идеальный и неутомимый. Теперь будет 2 хилить. Да не, он тоже будет ходить. Просто Шаме действительно сейчас таких статов не собрать, чтобы был какой-то смысл. Да, шаманам просто статы нужны на эту нацепновку большие. Идеальный ходил Эршамом своим. Я не знаю, какой у него там был и левел, по-моему, 218. Он перехил Скаем в 2 раза. Поэтому тут... А Скай где-то уже в 230. Ну, тут уже от рук просто зависит. Ну, у Ская шаману нужна хоста. У нее хосты меньше косаря. Я на своем 224-м собрал косарь хосты. И я ходил тогда на Огаон, и меня хулипал 2 раза перехилил. А все пока трущиеся. Я типа выхилил там 900, а он почти 2 миллиона. Уёбаешься. Ну, я наоборот, я говорю, что типа шаманы сейчас, ну, тяжело хилить. Я, конечно, ну, не идеальный. А идеальный из-за всех хилов умеет хилить. Да, да, я знаю, я знаю. Можешь захилить за Фуривара? Конечно, можно. Это только сам себя. Ретри Паладин. Вока, иди, Вока. Вока Вечности. Там на дракона сядешь и будешь хилить. Не, не. Войск, если захилит Солярова, то нормально. О, я не с той собакой бью. Блин, лук купил, а транса нет, как бы. Ну хоть лук приличный, уже и хорошо. Лук задонатил? Сейчас да, покажу. Да. Ой, да я посмотрю, хоть как он выглядит. Я на него столько смотрел, на этот лук, и все это не думал, покупать его, не покупать. Блин, ну симпатично все-таки. Да, я под него черный кидал в чат, я под него буду лепить. Ну только геморные штаны вы на него выбиваете, ботинки. Штаны что, опять дисконнект, что ли? Че такое? Почему он меня кикает? Только тебе, только у тебя. Что-то лагает. А я с пулей у мобов? Нет, ты просто на месте стоишь, точнее бежишь. Хорошо. А ты обновление... Короче, меня выкидывает и забрасывает на страницу этот код безопасности через приложение. Борода. Сейчас я этот лаунчер рестартну. Да читер, читер, блядь, тебя нахуй уже, блядь, поймали ФСБшники. Не знаю, ничего не удалял, у меня все нормально. Я вообще не понял, что все нормально. Ну, эти не работали, типа системы платежей и какая-то дичь. Через какой-то там... Ты втираешь мне какую-то дичь. Да, я через какую-то дичь задонатил и думаю... Смотрю, не приходят бонусы. Думаю, ну все, борода. Типа, косарь ушел в могилу. А потом такой что-то, блядь... Написал на форум, и тут же буквально через 20 секунд у меня прилетели бонусы. Когда они добавят, блин, уже этот чарки, этот в трансмог добавят чарки. Вот было бы четко. Я вот это прям четко было бы, согласен. Хотя бы просто убрать. Вот ну либо так, либо так. Потому что есть куча шмота прикольного, который ты не можешь просто взять из-за того, что ну сука вот. Типа, это 110 АП и берсерки, они красным светятся, а тебе не кайф быть красным. Классно, поэтому я с мангустом бегаю просто. Ну, это, блин, это изречение, на самом деле. Теперь я тебя придамаживаю, как бы.
Да ты не за мангуста меня передамаживаешь, просто я кнопки нажимать не умею. В смысле? Я вот. Что происходит? Дядя. Что за Виталий? Что он делает? Браузер закрыть, все закрыть, из всего выйти. О. Нормально, пошлите. О, хочешь что-то бить? Он уже выстеживание нежити поставить. Что я делаю, господи? Это ретрику Т9 нормально, не? Нормально. Вроде на 2Т9, Т4. Блять, про Т4 я вообще не спрашиваю, потому что ну всем заебись. Не, фантам говно. Ну, типа, Т4, смотри. Я, получается, уже ну, Т9 по 4 да. куска на всех взял, почти пробипало. На друиде уже два комплекта, блядь. Я так подумал, не хочу с ромом играть. Это, блин, слишком много активности придется выполнять. Ой, наоборот, инфессия становится. А то этот ММ, типа, ну, ротация верный выстрел называется. Ну, это пока РПБ, нет, РПБ будет, тогда да. А сейчас. Ну, у меня 100% под проком. Под проком. Ну слушай, я вообще не люблю, когда типа софт, типа, мне вообще не нравится. Типа хардкап догоняешься в клинке там. Типа, прям не знаю. Ну, я могу сейчас потерять кучу ловкости и сделать так себе хардкап. Но это будет слишком много ловкости. И у меня критов. Абсолютно. У меня критов не будет вообще. Бля, я как с трансмогом начал бить. Ой, бля, просто что за лейф. Не, трансмог дает какой-то, знаешь, конечно. Как реально. Типа... Это всем известно. 5% урона. Знаешь, чем больше этот, чем больше лук, тем выше урон. Да, всегда так было, блядь, на офи. Мне просто помогает этот лук, он тем, что он красивый, только из-за этого урона идет. Но он не особо будет, да. Мне хочется увидеть реализацию Торидала, скилл Джедана. Ну как, не знаю, как пулемет шмалять будет, это будет прикольно. Так, там, раз в 5 секунд, там, пятикратно. Ну, теперь и легендарки еще интересно. Самый кайф, ты знаешь, в чем? В том, что там стрелы не нужны. А какие стрелы будут в уроне учитываться? Не, ну для хантов чем заебись. Я говорю, а какие стрелы будут в уроне учитываться? А хуй знает. БК, ну, какие-то там создаются же. Не, БК-шные да, создаются. Так они их подрисуют, что подрисовать же можно. Ну подрисуют хорошо, не подрисуют как обычно все получается. Я думаю подрисуют ради хантов-то, надо же хантов порадовать, блять. А то у этих шеб есть, у этих волонир есть, блять, а у хантов урок нихуя нету. Да, нахуй уроги нужны. Ну, есть? Вот уроги, если еще ВК, допустим, этот БТ, блядь, будет, или данки, допустим, ладно. Ну, у Килджедена там, мне кажется, лук должен такой быть, чтобы все на хантов захотели пересесть. Да нет, не пересесть, на хантах сложно играть. Ну, ПВЕшка простая, конечно, а вот по арене фокма бы. И все. На БК будет тяжко, конечно. Пойдите, если будет много хантов. ПВЕ сложно только этот. А, только N. Аркамаг. Блять, аркамаг векнуть, сука. Ну, блядь, не штапалил. Там если сидишь и молишься, прокнет у тебя или не прокнешь. Да, я на все поиграл, и говорю, да прости, то было веселее две кнопки жать. Типа, я, кстати, посмотрел, так урон. Аркамаг, блядь, это прикол не в ротации, когда как ты прожимки. Ну, кдшки даешь. Потому что хоть у фейки есть 24, но у нас по-моему догонять пору. Снайпер, где на полы? Почему я его не вижу в КД? Ротация сложно хотел, он луком любую цели. Да, я спалил. А Лан говорит, что ты палишь, не пойму, что ты делал. Просто тут все танчат, кроме меня. Войд, Анон, босс, Лангрис. Босс мог бы... И Зука вон потанчил. Войд, видимо, в игре есть еще. Идеально зашло. И шкафчик высока. Можно, короче, с вот этой вот, типа, прожимкой.
А слушай, а ракеты и эти, и приказы хозяинов, они сбивают укус? Ну, не укус этот, который дарбездный, или как называется этот спелл? Да, ракеты тоже. Ну, я зашил, конечно, в отдельный макрос себе, но мне не нравится. У меня с химерой вместе в один макросе. Ну да, да, и у меня так же. Если химера... я нажимаю дарбездный и во время ГКДшки прожимаю макрос, ну, с ракетой, вылетает только ракета, то дарбездный уходит на ракету. И КД он ей не снижает. Причем, ну, типа, просто забирает КДшку. А если без КК, ну, не в ККД, а как обычно, у меня вылетает химера, значит, он на химеру уйдет. А как ты написал так? Никак, он просто почему-то так автоматически сам делает. Нет. Где он там чуть не сумонится? А, да, давай, погнали. Он крутится, наверное. Здесь. Да, давай, и без него справимся. Смотрите, на пул. Да, он на пул, да, на пул. Все довольны. Ну, пока в стане они стоят, да? Дон, где агро? Нету агро, но вот эти мне Т4, мне он зорки кинул в прошлый раз. Ну, да. Честно. Стал уступать мне. Ну, я согласен, кстати, зорк поступил несправедливо, неправильно. То есть, это вторая не упала, это во-первых, первая срубит. Тут тут надо как бы танчить, а ты как бы взял и подвел команду. Урона от тебя нету, где-то там 6500. Такое. Ну что здесь, блядь? Это 4 надо, бля. А, Т-19 дайте мне, пожалуйста. А кстати, какой сейчас последний на ауфе, интересно? Т-34. Просто не влетайте чуть-чуть. Я питомца сейчас отправлю. Букет, клавиатуру убрали все и смотрим на Донта. Отец скажет, бейте, бейте. Понятно? Здесь все. Просто вообще не влетайте. Дайте мне это. Да и кто? Алло! Ну зачем? Ой, вот я вот, ну, сейчас анон босс ушел один по-любому. ГП. Начисляй ГП в десятки. Первому составу можно ГПшечку раздавать. Донт, агро. Да, конечно, агро. Где оно, Донт? Его нету. Донт, ты можешь или я? Получить этот, за фандамент, например. Подамажить, короче, и потанчить за контакт. Тебе идея. Нормально. Тоже согласен. Шаманом же танчили, нормально, тоже можно все. Кстати, вот ты не пробовал танчить Энхом? Нет. Ты же на острове мы бы убивались. Нет, мы сидим, убивают, ты что, гонишь, что ли? Конечно, да? Убивают. Да, ты дядя... Сейчас не пуляйте, я в ретрика спекнусь. Ого. А ну, с трансмогом, надеюсь? Если не с трансмогом, то... Без. А все, Я на ретрика забил, помню. Я царю был. Не, спекайся назад, не нужен нам человек без трансмога. Кто у нас еще без трансмога? Так, Лангрис вроде с трансмога. Больше нет, у нас вот дерево, самый главный трансмог. Ну, дерево нормально, Войд вписывается. Войд без трансмога, но... Последнее предупреждение, не будет трансмога, не будет тебе лучше. Ну, пиздец, никогда не делал трансмог. Последний раз сделал в 2011, что ли. На твинка 49-го. А ну-ка. Да не, подожди, в смысле? Опа! Гля, неплохо. А слышишь, ты себе сделал какой-то трансмог? Ты же у меня, да, спрашивал, по-моему? Что-нибудь делал, не делал? Ну, нихера ты себе не делал, понятно. О, свайся к гному вот этим страшным. Нет, хумана убери. Во! Погнали, чё стоим? Так, тихо. Чуть собака не заагрил, извините. Ну, я и фаску не выпил. Сейчас видите.
Ой, как я его начал, ужас. Да, на пол. Полезно, полезно. По-моему, да, по-моему, да. Я лучший. Бля, я поднялся по ДПС, это жесть. Ну, типа, я был последним. И просто вот, уже четвертый. Сука, читерские телекубезны, бля, пиздец. Ну, регов на них, конечно, до хера надо. Прям, мне не понравилось. Бля, какой арбалет. Нужен кому? Хотя... Не, у меня лук сильно есть. Хотя... Да просто, слушай, я даже об этом, да, этом не подумал, об арбалете. Есть же под него, вот как у Айнона, был сет вот этот голубой. Он стильно был бы у него. Знаете, то же самое, только вот сейчас прям совсем не влетайте. А почему у меня ачивки нету, алло? И сейчас анкноу снова чаржится будет. Ну, он просто умрет, потому что я сейчас, ну, питомцем, да, несколько пачек с пули. Ребята, алкашка есть у кого-нибудь с собой? Пусть сука глаза пулит, не? Я хочу взять, сделать ачивку. Ой, там пиздец бежит. Ничего, сейчас гнев дам первый. Кардес потом дашь. Ох, ебать, дядя, ты шо, прожмися. Я сдал на пул, но все тут. Гнев дал. Вот на этих, давай, на этих. Мастер аур, дайте туда. Я не сдал. Сбросьте агро. Блять. Ну ты что делаешь? Нормальный дядя. Бля, сейчас еще один на пул сдам. Не влетайте пока. Что, блядь, агро, бля, пиздец. Блядь, сука, придумал хуйню какую-то. Еще где дал? Все, блядь, врывайтесь, я наполил два раза, мы спасемся. Я, короче, понял, надо агрить такие пачки, чтобы он, ну, босс просто боялся врываться. А кто там сбоку? Посмотри, Войт там сбоку бегает, даже не особо подходит к мобам. Так, знаешь, так нахуй, я каплю дал, блять, похилил немножко. Ну, просто вот силён. Вот ещё гнев. Три гнева дал.
29 тысяч. Куда остановись? Какая-то тридцатка, ты чё? Ты потом ДПСом, типа, линковать вот этот будешь, в слэш 4? Конечно. Я же занимаюсь таким. Ты ж не знал? Ну, не знал, теперь узнал. Сколько СПД у тебя на ШПшнике? Сейчас все просто поставят, около 3к. О, заебись. А хосты сколько? О, Лангрис, развернитесь, раздобейте его. Дайте мне снять ее. Отчини меня, господи, вы не даете. Киберспортсмены, потому что успели отреагировать быстрее, чем ты. Оля, а какого хуя теренькника? Как это работает? А ты все там уже наверху вообще никого нет до мороза? Там походу, блядь, фул почищен. Там только, по-моему, там справа только пачка сейчас осталась. Я думал, там уже весь Sims, короче, до смотрителя чист. А, нет, слушай. Я думал, больше забрал. Ну, почти вся комната, короче. Осталось два пака, и тут еще один. Надо поменять посох, он мне не нравится. Как-то ужасно. Хант его, этот, эльф бездны его плохо держит. А где вы, наверху, что ли, решили бить? Донт. Мы что-то стоим внизу, блядь. А Донт, походу, вылетел. Нет, я тут. А что ты сказал? Карниз, а ты чё бафаешь? Вот сейчас я вылечу, похоже. Нет, не вылечу. Ты МП5 бафнул? Кулаки, МП5 я бафаю. А. Я просто каску дядям дал, там... Он просил МП5. В этой каске я уже все остальное. Ну я дал, я каски дал. Угу. Бля, что-то какая-то хуйня происходит. Застанем моба на шару. Так, я придумал, нужно просто химеру оставить без ракеты. Неудобно мне так с кнопками играться. Нужно макрос переписать сейчас, ребят. Бля, какой. Да, сильно-сильно, конечно, белый сет можно какой-нибудь влепить. И вип, он с подсветкой, значит на него не сработает какой-то трансмок красивый так. Ты понял. Да-да-да. Почему нет, не перебивают, если подсвечивается оружие. Я ж почему косу и хотел. Совсем не перебивают. М? Совсем не перебивают. Не вот перебивают. Макрос выкинуть, вот это сюда перенести. Все, жить можно. Давайте справа пачки две заберем. Давай. Сейчас, конечно, хаос начнется, но. А знаешь, куда забеги? Забеги вот туда влево в проход. Бля, что ты делаешь? Что ты... Взял, растянулся. Не я, там он босс подошел чуть раньше. Пришлось уже. ДП. Ой. Блин, ну конечно, купол это да, ВЕ стильно. Какого-то парня позвал.
Бля, если лужу даешь, то у тебя этот дарбезный тоже, да, уходит на 2 минуты, когда? Лужу. А, ну, лужу. Нет, нет, у них КД разное. Странно, у меня показывает, что одинаково. Все понятно. Да ладно. Так же сейчас не бьем. Корнес, щит поменяй, некрасивый, да? Подожди, а что, рерас уже сделали? Ой, типа реворк раз сделали? Не, реворк еще не сделали. Короче, мало спулил. Корнес, знаешь, какой тебе щит нужен? А, зеленый щит, он со львом. Ты еще пошел прям... курить, бля. Гневка, да? Нехорошо ты сделал. О, я надо... лужу. Отходить надо, блядь, вам. Отходите, отбегайте. Гнев КД, потому что все пизды дадут вам. Ну так, лучше кинул и съебался. Сейчас, короче, сколько там? 2 секунды. Сейчас дам гнев. А если дам на какую-то. Нихуя разъебали, блять. Что вы придумали какую-то дичь? Есть у кого-нибудь алкашка в рейде? Че это такое? Ну какой-нибудь алкоголь. Зачем тебе? Ачивку хочу. Так тут же это, моб какой-то кидает там. Нет, нет, нужно быть в говно пьяным типа. А пока ты босса бьешь, ты трезвишь очень сильно. Нужно под конец боя напиваться. Да я себе потом другой трансмут за баджи вот эти возьму. Слинканул. Я уже линковал сегодня. 8 баджи стоит один трансмут. Ты меня жетон линканул. Я его не могу примерить. Ну, за эти жетоны. Давайте так же за уклон. Я не знаю, какой. Это сложно определять. Там уже 8 штук. Ну, у меня 7, одной не хватает. Там БП есть на 30, на 35 уровне. Понял. Don't respect, выключи аспект. Чуть-чуть аккуратно один раз постоять, дать мне набрать агрол, зато мы вообще очень быстро комнаты чистим. Ну да. А ретрик джагу не кидает? А, да. Идеально редко падают жетоны. Не знаю, у меня в банке валяются даже не... Особенно большие. Да, но мелкие падают, но большие нет. Ну, точнее, редко. Давайте в Долоран сюда пока. За маслом. Из алкоголя. Ну, просто пьем большого и все. Понял. Кто там из них бабу нажимает? Раф, по-моему. Крестик, да. Бери бак нажимает. Вон та курва. Справа, которая. Вот это крестик, куда ж саб? Нет, топ крис, по-моему, нет. Крестик это другой какой-то гусь. А, ну да, да, баба. Чтоб бабам не скинули саб. Да, баба паладин. А в квадратик что у нас контроль?
Шакл. Да, шакл в квадратик, давайте. Че, на счет 3? Угу, значит, надо, я уже вперед кинул просто и все. Давайте. Шакл пошел. Давайте не обострёмся, пацаны. Промах. Это будет красивая победа. Понятно. Еще подальше отведу. Здесь палево шакл. Промах. За бабу поливает. Оо, ты стоит. А не фиряйте мобов. Блять. О, кто-то из моб из комнаты убежал, и они все заявились. Да. Понятно. Да похуй, у них спылы по косарю бьют, блять. Пускай стоят, пиздят. Ну ничего, я все равно на прошлом коле за это заслакал немножко, это нормально. Сейчас ДПС кто-то. Хорошо. Да я еще на эльфа бездну не очень привык. Типа тут кнопки добавились, и у меня уже все, у меня паника началась. А давайте мы сейчас, когда на деву придем, мы ее запулим нормально, не как обычно. А как обычно? А обычно это, короче, кто-то вперед пробегает и типа, ой, блядь. И Дон такой бежит. А не, он не сука, он такой, блядь. И бежит такой ловить босса. Это обычно, я похожу. Сам дали. Да, конечно, у эльфа без мана что-то прям совсем тяжело кончается. Сейчас. М? Еще, если еще спресну, вот у нас еще прист есть же. Он вообще не кончается практически. Ну, они не стакаются, баф, конечно. Стакаются, разве? Нет, я просто не знал. Время прошло. Он новый спел. Опа! Кинжальчик. Кстати, бля, какой мощный. Ну нет, на самом деле так себе. Одноручным. И вот за счет этого... Кому-то на мой, да? Играю через СПДНХ. Он был одноручным, да? Да. Uh-huh. И тогда вот как раз таки СПДшный. Так, давайте туда, вот здесь все стоим. Прям вот здесь, вот здесь. А я сюда прибегу. Где? Давай вот здесь внизу, ну, слушай. Вот сюда. Да, прям. Да, вот там, где Нейвер в туннеле. Да, вот сюда прям встаньте, вот огонечек кинул. Выйдите вниз прям, где основной пак трэша. Я сейчас так же через питомца огромную пачку приведу. Давай. Большую-большую. Вот сюда прям зайдите, вот, вот так, чтобы вас не кливало, ничего, РДДшники, вот сюда встаньте. Да. Босс, ты там умрешь. Не умирай.
Первый гнев дам я. Сейчас все прибегут. Дал гнев. Смел я. Это крана врываюсь, у меня нет сейчас столько агро. Сотку всего набил. Я забыл, что у меня второго сброса агро нету. Ой, там, но он босс. Сыграйте точно под этой жмыху, которая выбежала, мешает. Жмых. Ну, должны как киберспортсмены. Что-то вышло, убило ли. Все, нормально. О, у меня мана кончилась. У меня здесь 50 тысяч ДПС. Довольно, когда будет Т4. У меня просто 50 тысяч ДПС будет на этих паках, когда будет Т4. Не будет. Да будет столько, ты чё? Там каждый из них типа выпускает волну на 8 соток во всех. Ооо, побежал. В Войтфури побежал, я ему таун дал. На полмиста, да? А, реакция. Зорги, не уходи. Иси под стол. Зачем нам дело? Он зачем? Шоу, просто я посмотрю. Он падает. Дева нам, я объясню зачем, за этим, за ОДшкой. Но я предлагал всем вот, а давай попробую, кстати, отсюда затаунтить его. О, собака мёртвая. Наш пойдет через, у тебя питомцы пойдут по всем текстам. Да, я попробую, а потом уже будешь что-то говорить, хорошо? Хорошо, ладно, давай, давай, пробуй мне. Можно ливнуть сразу? Да у него сейчас ничего не получится, он сейчас просто увидит, как у него мог побежать через нас. Он вернет. Они... Питомцы не бегают через текстуры. Ну, все не бегает, все нормально. Был прав. На прошлом году я то же самое делал. Не делал, я проверил. Ты сказал, оно не работает, а я не верил тебе. Подожди, так ты ж... ты попробовал. Я не попробовал этого делать. Так же в этот же угол залез. И такой, типа, ну ладно. А, мне дева не нужна. Посмотрите по шмоту, мы можем реально ее скипнуть. Ну, типа, там сейчас спонтовые темы. Давайте скипнем. А нам, по-моему, нужен этот опера? Ну, опера ачивки. Опера мне нужна. Пойдемте оперу, там ачивки. Мы можем пойти до конца сейчас, а потом уже оперу с девой забить в конце. Я знаю, мы вас сейчас сливать начнем. Потом забудем про оперу, ладно. Договорились. Это как у нас с Ульдуаром, типа первые два босса на первом этаже были в десятке. Да, убьем, конечно, да. Убьем, да, может быть не надо. Да, мне спать хочется. О, ну оперу она нужна. А разве с этого, с хвоста не лучше топорик? Так, ты еще их надо захерачить. Да их-то, слушай. Ну, такой же вот. Просто там-то у меня с меткостью, у меня с хвоста не падает. Не, ну понятно, дело, что не факт, что он упадет. Ну, кстати, эльф бездны, он, типа, до поры до времени жесткий был бы, даже, да, вот, если не считать в расчет реворд при расы способностей. Типа, корова бы выехала чуть позже в топик. Нет, ну, типа... лишняя кнопка, у тебя лишняя кнопка появляется. А вы куда пошли? Уже 30 секунд. Мы наверх. Типа, через право, через это... А, мы на смотрителя идем, да, уже. Ну ты что думал, жесткие. А этих не будем, да, типа убивать? Ну потом, если что, вернемся. Точнее, ну обещали? На опер вернемся, на вроде бы не нужна никому. Да, пацаны обещали не ливать. Сказали, типа, мы даже ГП получим, типа, если ливнем.
Не, ну мне главное гнева убить и молчезаром. Не, ну смотри. Там еще один моб. Надо, чтобы сейчас с этого со смотрителя перчатки на мага не упали, блядь. А вообще-то нужны. Это чтобы мне шапку потом не сканировать. Я жужу, блядь. Потому что всегда несправедливо, блядь. Эти перчатки по факту нахуй не нужны, они берут спустя. Вам, даже не роллер, типа, я на команду. Вот донт, это танк. Здесь куча трэша. Чтобы быстрее проходить, нам нужен сильный танк, чтобы не срывать с него агро. Кстати, я, смотри, сейчас 48 минут, мы начали чуть позже 8. А мы уже к смотрителю подходим. А можно было вообще без первого босса бежать сразу на морозу, потому что он подпушка кому не было. А там какая что-то коробка, три не там, ладно, там все падает. Что там, там? А с первого босса нихуя не падает. А запястье у меня уже есть танковское, ну да. Это мы, знаете, как с Кубовым делали, вот когда ходили? Мы доходили вот до этого комнаты со смотрителем, мы одного моба убивали и пробегали до самого конца. А там сдавали боб наверху. Типа очень много времени сэкономилось, прям просто. Это после смотрителя, там где квесты, да? Да. Ну да, там я знаю, так делается. Типа там умереть очень все сложно, а какой-то условно, не знаю, там накладывает СС. Ну, у нас пачка нормальная, мы не должны были вайпаться, можно эту херню сделать. Ну, либо можем... Не, ну пробежать это реально. Бля, то реп есть, надо. Экономит время. А, тут репу фармят люди. А какой фарм репу? По-моему, у нас уже 45-е колечко должно быть у всех. Ну, да. Слушай, ну как раз вот к выходу этого, к выходу мальчика Грува у нас будет у всех 58-е кольцо. Когда кстати, да, у меня... Выход будет. А? Когда выпустят? А черт его знает. В сентябре. 22 августа обещали. Кого? А то обещали сезон закончить, этот промежуточный. Нет. Это не значит, что они обещали выпустить. Кого? Кота из мешка. Опа! Пускай выходит. Они там что говорили про выход РБК ориентировочно на 22 августа. Ой, вот тогда я и начну перезабиваться в РПБ. Чем вообще РБК? У нас уже все 230-е. Так там это... камни меняются все. Вы видели, кстати, тему на X2 с камнями? Да. Здравая, да, тема? Да. Ну. Скажите, я на форуме не сижу. Теперь не сердолики падают с ласта, а фрагменты каждого. А, ты про это-то, да, это я видел. Ну, приятно. Только ну, представь, да. Сколько места в сумках теперь надо. Да, фрагмент я хочу получить, да, приятно. Падает. Фрагменты стакаются в один ряд. Ну, фрагмент я аж падает, что-то с тобой делать. Стан, пока встань, на того банки. Страшно. Карнес сдох тут? Еще. Не, не анонс. Один зоркий чего стоит? Он вообще ногами играет в десятке. Я лицом играю. Уже? Всегда, блядь. Граф грейдился. Блин, этот моб это так распевает. Сори. Мне нравится моб. Я помню, видео было с катаклизмом, где там показывалось, как каждый класс играет. Ну типа, маг, блять, на руле хуярит. Слушай, я видел этот видео, где чувак там написал макрос, типа, как взять 2200 за армса. И там типа реально у него макрос, типа, там типа через сетчинс прописаны эти. Там, через пула. А, и ну просто... Ладно. Да. Вары сильно хотят признать при 9 сезон. Там еще прикол был на хилов особенно, там собирал типа по две шмотки с разных сетов, и дохуища реса было. Опа! 64 скорости и 2 сокета. Приятно.
Ну хоть апс, но не было. Кстати, в следующий раз нужно будет паладином заходить своим сюда, чтобы, ну, типа, в восьмой группе висеть. У меня же там наложение чар есть, уж можно это все пылить. Знаешь, настикисы заводили так. Ну, настикисы-то нету. Ну, не, просто ничего не получилось. Я поэтому говорю. Стойте, так же. Да, ты мимо ловушки тебя отвел мне. Ну, я не знаю, я вокал веду. Мне тут до твоих ловушек. Ну все, ты хейтишь хантов, по-моему. Конечно. Слушай, а там есть РБК, кстати, где падают 239, они не будут включать их, нет? Не, они позже их добавят. Они откроют под это око выйдет. Око и изменение стилища. Нет, тогда, когда не нужны будут шмотки, понял? Да, да. Ну они же типа, для того, чтобы одеваться, не для того, чтобы... Ну а потом еще выйдут РБК, где будет 251 шмотки. Это на X1 было. А, то, а что еще они... и Кузнякара выйдет. Кузнякара с ЦЛК должна выходить. 77-м шмотом. Вот этот... то, что РБК, когда именно фармом было, это было на X1. То есть там вот как раз таки прошел первый круг контента OS, NAX, OKA. И ввели сразу РБК. И там типа его реально было очень сложно проходить. И типа там фармили, вот реально РБК фармили именно только несколько там пачек из гильдии. Ну в шмоте сульды, конечно, проще будет. Да, ну там этот в основном проблему вызывал голова, который... Вот на нем типа его проходили типа очень редко, там типа собирали допроносы на эту голову и так далее, и так далее. Да, на голову по факту нужен типа один, да. Чтобы бопом стака или двор. Ох, ебать, бисвиперч. Бля, они симпатичные, кстати. Ну, кстати, прикольные. Что-то там... Те же самые выпали. Ну. Дорого-богат. Вообще-то я не могу... У меня все агро в поглощение уходит. Я сбиваю ему щиток, все нормально. Расслабься, будь начала. А можно я не буду свечиться в искры? Угу. И давай я тоже не буду. Никто не будет свечиться. Я нормально, у меня... Сука, не свечится у нас. Ну только языку можно свечиться уже. Вафли. Ой, это не так сразу. Ну, корней, босс, нет. Все. Рыба инта. Тебя, а где рыба? Коска 4. А вон там рыба назад стоит. Коска, а мы падали? А я не знаю, я не падал. Кто-то у нас умирал. А, тебя просто хилили. Меня хилили, да. Я хочу чипсиков. Я понял. Рыбка и пиво. О, у меня же есть блатная рыба, подожди. А есть какое-нибудь масло намазать? Вот прям вот куплю, прям 300, прям сейчас, прям здесь. Ой, Невер, давай, то мы, блядь, будем просто и все. Сейчас идет обратно, здесь, так говорю. Ну, бля, ну не так. Что ты делаешь? Все засрал мне, блядь. Хейтер, блядь. Да, я ж, блядь, пытался сейчас это побеждать всех. Даже метку не накинул, урона нету. Играйте по звездам. И расстроены. Не, слушай, тогда я с тобой буду ролить этот. Т4. Если оно выпадет. Все понятно. Я не специально, я больше не выпаду. Да давай, пиняйся, цветы конфеты, иначе ролить буду. А в театр? Нет? В театр, ну, уже как бы, может быть, и голову отдам. Даже если бы это ебать, мы его так, по-моему, блядь. Да, ну, блин, пожалуйста, давайте не я буду танчить ее. Да, я пытаюсь. У меня одна ЛПшка.
Ой, собака сейчас умрет, ребята, ну быстренько свичную свиску. Ничего не знаю, бейте сами собаку, если он достанет. Открываем, и будет прилив. Я покеру. Я так много ДПС потерял, ну все, хейтера. Можно потерять то, чего не было. В смысле не было, Алёсик-то? А, Лангрис, блядь, сорвал. Ой, блядь, ты чё? Ну, фэ-фэ, это надамажили в этот. Хорошенько так. А сбрасывать огромно не умею. Только ебать, ДПС. Ебать, одной рукой облокотился об челюсть, нахуй. Сидишь, челюстишь, ну, кнопочку прожимаешь, блядь, и тут босс срывается на тебя, охуеть. Нужно вторую кнопочку нажимать. Я честно говоря, я даже за мышку, блядь, не держался. Маш, я держусь. Ты спал монитор, блядь, и кликание кнопками, блядь. А за что ты, по сути, ты за мышку не держишься? А что, ты не свитчишь, блядь? Я тап нажимаю. Оооо. У меня просто равнически не пропит, когда меня не бьет же. Мы максимально захейтили в этом рейде, все. Нахуй не знаю, увольняюсь, блядь. Ой, извините. Оставайся с нами. Какая-то мразь мне написала. Давайте в это, в искры сыграем побольше. Панк, сэр, ну, ты прожал. Задрал меня. Ой, блядь, панк. Так, короче, я это... Последний, кстати, сейчас добиваем, и будет пролив. Господи, дайте ему Т4 уже, блядь, умоляю. Согласен. Да не, он себя плохо ведет. Легко Т4. Согласен. 15%. В искру. Инер мне дайте, пожалуйста, ребят. Дух пройдет. Кубы не хилят. ДПС хоть стоп. Кстати, Лангрис. Слабый получается. 9,5 секунд я кастовал этот воскрешение собаки. И при этом у нас разница в ДПС все лишь касает. Ну, в конце босса посмотри. Ну что в конце босса посмотри? Я во время боя кастовал. Что там смотреть-то? Да блять, я на выпало, блять, ебучие перчатки. А что тут у нас? И ноги выпали. Ой, как хорошо. И перчатки на ханта выпали, говоря. Ой-ой-ой-ой. Навервай. Да ладно, иди сюда. А я еще и второй порол. Вообще отлично. Где ты? Давай. В смысле, подожди, а ты второй порол там еще кто-то? Я второй порол, да. Так, лох. Тогда еще рол. Слушай, надо было реально себе оставить. Так, короче, куча мобов идет, пошлите, сейчас я на ботинках пробегаю туда далеко. Давайте. Все просто за мной проходите. Да ты не так побежал, дядя. Да так я побежал, я сейчас всех мобов на себя забираю и там умираю. Пока они за мной идут. Не так нажал, прикиньте. Мы типа как в Зуламане, да, бежим сейчас? Да, да. Просто потом резаемся там. Главное, чтобы Лок сейчас прибежал. А Лок прибежал? Не знаю. Лок, диван. Да диван дадут, да и все. О, я прожал вилки. Я их кайчу, я дал трапу. Он кому-нибудь, кто резает. Все, мы хорошо встали, да, там даже из лука можно будет резнуть. Ну все. Все, дальше сюда не уходите, зорки.
Блин, зачем? Карнес, все, они, блядь, на Молчезара побежали. Сейчас все отогреться. Борода Валерьевна просто. Дить, просто этот Изука там ниже лежит. Да, Изука не, мы его тоже сможем поднять. Он не сильно низко лежит. Всего лишь 6 мобов. Бля. Карнес топешнулся. А чё он все мёртвые? Карнес. А, Войду дали боб, получается. Нет. Да, у нас как бы... А, всё хорошо. А, подожди. Там наверху есть ли какого-нибудь Вангрис или кого-нибудь ещё? Я уже рисаю всех, ты чё? А, отлично. Можете тогда меня присамонить? Да, мы сейчас Изука поднимем, присамоним тебя. А кто у нас стример в чате? О, Войд, выключи. Чё? Нет, ты вообще думаешь вставать, Чешуа? Я встал, извини. Прости. Извиняюсь. Донт, а ну скажи ему. Объясни. Невера как... никто не обижает, он мне перчатки отдал. Ну всё, Невер хороший. Ну чё, у тебя два куска теперь? Нет, только один. Хуёво. Он на полпути. Сейчас... Ну да, сейчас у меня 50% это, но шанс, если упадет, сролить с этого, с Молчезара. Ну, я зоркий. Минус 66% еще других двух кусков. Нет, других вот. Чё, резница или что делать? Какая-то теория вероятности подъехала. А кого резать? А зорки там. А, ну мы дойдем до тебя как-нибудь. Mm-hmm. Лучше встань. Давай мы тебя присуманим просто. Встань, да, высуманем. Но он край дуге. Ну все, я зашел, если что, он. А все, тебя сумонят. Смотри внимательно на экран. Нажимай, да. Я себе, блядь, ведь на магия. Да идеально уехал. Сейчас будет закон подлости. Это с этими ебучими сет. Бля, вы тут все матюкайтесь, а токен на шамана даже вообще не падал. Да? Ну, у нас. Понял. Все, идеально идут. Давайте по трэшу пойдем дальше. А, да. Подожди, а паладин же сролил на том КД перчатки или что-то. Да, кстати, Войч забрал. Чё забрал? Ты же забрал перчатки на прошлом КД, нет? Я не помню. Или голову, что-то. Их не было. Короче, ладно, я тоже не знаю. Короче, вроде мало падало на том КД, я забирал. На прошлом КД на мага же выпало. Там кто-то другой забирал, я не забирал. И на мага перчатки упали, а голова... Не падал на паладина перчатки, только голова. Айнен забрал все. А, ну вон, Айнен забрал голову. Хорошо. Да, не забудьте дать. Ничего, вайпаться тоже интересно. Да, кстати, нам нельзя, у нас пока портал не открыт. Мы же не дойдем до сюда еще раз. Ну да. Кто подлетит на венце? Получает 1 000 000 000 ГП. Но тот идет, меняет гильдию, потому что вы приорите когда не доберете. Это душный писец, нахуй. Вырубайте себя это. Блять, наберите. Тут мог какой-то ебаный идет еще. Да, он нам не очень. Вербы получат. Больше левую руку без него. Нахуй ты там вербы. У тебя еще второй шанс будет в ике. Так на том КД не тут не попал. Ну, на том КД да. Вы с Изука полутались, да, короче, у вас есть.
У меня да, я сыграю. Значит, точно. У меня два куска только на ШП есть. Чего два? Кашники, башка. Ребят, давайте потом, если мы успеем, ульдуар пойдем. Не, я ульдуар больше не ногой, блядь, спасибо. Мне левиафан нужен хэм, либо у это кошка. Там плечи, которые. Я спиздел пойду, мне нужно на робота КВ сделать. Вау! Я еще не пошел 25-ку до сюда, ради этого шамана. Ага, у меня, блядь, на 25-ке диск он было. Крашнулся клиент, блядь. Не, мне плечо нужно. Ну да, помнишь, мы нас с Полюшкой вылетели на роботе? Мне нужно плечо. Мне нужно плечо. Знаете для чего? Для трансмога. Кстати, я никогда не знал, не догадывался, что оказывается из некроситета можно выйти не через основной вход, а через балкон. И скорее всего туда же можно зайти также через балкон. Это нужно тестить. Я без этой информации как-то прожил, да. Я там просто конфузируется. И клейся, успокойся. И темы, о которых Невер думает во время трэша. Да, куда залезть, куда вылезти, блин. Там, короче, этот. Там падают очень прикольные черные штаны на кольчужные, на. Ну вообще на хантов, на шаманов. Они просто прям черные сейчас, блин, канал. На характере чашется. А, не знаю, у меня юбка. Ну, на две кашки. Представляете, Влад Мейдер, конечно. Где там возит, как пиздец. Чуть не нравится. Паладины носит юбку. Ну, Влад и юбка. Ну, бля, вот зеленые штаны прикольные. Хуйня. А можно я паш, нормально... Паш, да. Пахнет языком. Сколько можно эту... Бульдрова просто кипшать? Давай. Подожди. Все, я готов уже. Я готов убивать. Соло таргет играть, не буду ловушку кидать. Пожалуйста, 15 секунд. 14. Сейчас, я водичку наливаю. Вообще, давайте не обосрёмся, пацаны. Это будет красивая победа. Здесь хилит на ману резвит, да? Или только энергию и ярость? Ебать я дамажу, блядь, пиздец, блядь. 9300, блядь, выдавал, блядь. 9400. Ну, только на рекаунт 18 тысяч, чтоб один. Так нет, я сбил соло таргет, я уешу. Вообще. Так это еще ну, без маска. Ну смотри. Что это? Где это? Зорки и зукоты. Ну, по ДПСу. Ну. Это именно в таргет. Ну слушай, жесткий я получается. Сейчас еще привыкнуть к этому эльфу бизнесу, вот этими, блядь, загонами. Он сначала видел, очень хорошо пустится. Там две химеры прям такой-то, ну, прям приятно становится. Химеры, да? Химеры. Химеры, ну да, да, почти. Ну все, вся просадка пошла, все-таки поэтому по ДПС сильно. Блядь, взяли близко.
Кто Войт или Лангли? Кто больше на уешь в этой жизни? Надо чипку как-нибудь сделать. Надо там 30 мобов, по-моему, да, надо убить в чипке. Кто-то шарит, мешает? Тут единственный спец по ачивкам купили. Невыносимые условия труда. Кем я играю? А я пучу славу рейда в 2 раба ставки сделать. Я согласен. Вот я тут там, чтобы... там хоть дракон красивый отпишу, блин. Нихуя. Давайте пожарим на этом КД. Там времени до хера будет. Там не пожарить, надо сначала крышащицу сделать. Да пожарим, потому что не жарим. Ой, жарить. Мне надо это Лофтусу поговорить по телефону. Лофнись. Ребята, не уешьте тогда. Если хотите не умирать. Я думаю, ролить кондер или не ролить. И тебе не надо. Ну, мне да. Ну не буду ролить, короче. Уговорил, так уговорил, блядь. Так, 8900, нормально. А есть этот ДПС по таргету?